Яя Туре. Тиоте. Это было очень неосмотрительно со стороны Тиоте. Надо забивать. 1-0. Айда греки. Айда греки. И забил кто? Забил никто иной, как Андреас Самарис. Футболист, который вышел на замену на 12-й минуте, заменив Коне. Вообще на этом чемпионате что-то фантастическое происходит. Уже 22 мяча. 22. Это 1/5 всех мячей на турнире была забита футболистами, вышедшими на замену. Более того, ну смотрите, что делает Тиоте. Опорный полузащитник. Как он сыграл, как неудачно он этот мяч принял. И все. Вот расплата. 1-0. Но здесь, конечно, уже Самарис должен был забивать. Тут без вариантов. И Бари, ну что он мог тут сделать? 1-0. Как же грубо ошибся Тиоте. Полузащитник. Ну, у ивуарийцев два опорника. Сере и Тиоте. И они, прежде всего, сильны в разрушении за боковой бока. И еще раз повтор этой атаки. Подкараулили греки.